заказали шурпу, лепешка, лимон с чаем, еще шурпа, чай. Меню у них очень большое, вот целая книжка. Ну то есть прям капец как журналом. Салатов куча, очень много салатов, горячих супов, разная мампар даже есть. Все, что на любой вкус и цвет. А выйду, покажу, как выглядит снаружи заведение. Пока так. Че, горячий? Че, как на вкус? Ну, все, главное. Серьезно. Особенно мясо. Я просто попробую сначала шурпу. Наварист. Угу. Наварист. Мясо тоже много, смотрите. Два огромных куска просто. Смотрите. Нормально, у тебя тоже так? Конечно. Один кусок уже я съел. Вообще. Причем меню у них халяльное, да, написано? Mm-hmm. Полностью. Это не может не радовать. Да, для меня очень даже, очень сильно даже горячий. Я даже не могу. Не зря мы зашли и вышли из кафешек. Да. Все, что они делают, делают к лучшему. Мы столько кафешек до этого обошли. Это третья, да, получается? Угу. Куда мы зашли и вышли. То есть мы вот на третьей остановились, поняли, что здесь мы можем нормально поесть. Мне нравится шурпа. Говядина. Она, то есть, смотри, как типа жесткая, да, выглядит, как жесткая, но при том, ты ее кусаешь, она как бы не тянется, вот сразу как мягкая. Я имею в виду это. А вкус мяса почувствовал какой-то? Да, 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 да. Я тебе про это и говорю, то, что какой-то настоящий, да? Слышишь? Настоящий. Я знаю кухню. Я постоянно кушаю. Ты ему скажи, где у вас Акуцерского? Речь о чем-то идет. Спорно. Пока непонятно что. Вот эти дольки жирка, да? Думба. Дольки думба. Стоит 250 рублей, да? Это ж. Сегодня у нас что? Лагман. Уйгурский. Обычный. Наверное, надо было мне уйгурский заказать. Итак, заказали мы люля. Вот так выглядит здесь подача. Баранина. Там тоже люля. В общем, сейчас попробуем. Вот так вот, друзья, выглядит это заведение с вот такой вот вывеской на ВДНХ. Вот, в общем, сейчас темно, правда, плохо видно. Ну что, друзья, очень вкусное заведение нашли мы
Зауром. Да? Очень даже. Вот так оно выглядит. Чайхана. Офф-центр. На ВДНХ с приемлемыми ценами. То есть цены не очень дорогие вообще. Мы поели вкусно, сытно. В общем, будете на ВДНХ, зайдите.